Добрый день. Наверное, вы заметили во время интервью, Настя часто передает приятную музыку. Это как для нас как большой сыр дает. Даже с музыкой я как-то там не устаю, и наоборот, после интервью становится больше сыр. Вот. Поэтому сегодня мы хотели немножко поговорить с Настей. Добрый Здравствуйте. День. Здравствуйте. У нас, наверное, вы заметили стандартный вопрос. Расскажите немножко о себе. Я профессиональный музыкант. Играю с 13 лет. Училась я в музыкальной школе, потом в музыкальном училище, потом в консерватории один год поучилась, потом перешла в университет культуры. Вот. Играю сейчас в нескольких группах, преподаю. Пишу музыку немного. В общем, занимаюсь музыкой. Музыкой? Да. Как у вас в основном, вы с нами играли гитару, а кроме mm-hmm. гитары вы какие инструменты умеете? Кроме гитары еще играю на бас-гитаре, немного играю на клавишных, немножечко электронные всякие инструменты. Вот, мне очень нравится live looping, то есть когда подключается этот луп-станция, компьютер, MIDI-клавиатура, гитара, бас-гитара, все что угодно, и все это можно в режиме реального времени играть и записывать. И так я могу создавать музыку сама, то есть мне не нужно с кем-то это делать, да, я подключаю все это, играю и записываю, и очень удобно сочинять музыку таким образом. А вам какая музыка больше всех нравится? Какую? Я слушаю очень много разной музыки, ввиду того, что я этим занимаюсь, и мне нужно следить за тем, что происходит, что выходит нового. Жанры разные, люблю джаз, музыку очень люблю. Поп слушаю, хип-хоп, соул, нео-соул, много разного. А я, когда мы сидели с Олегом Каждаевым, вы сказали, вы тоже пишете музыку иногда, да, свою? А вы, у вас, когда, как ваш собственный стиль музыки ближе к? Ближе к поп-музыке, может быть, инди, что-то в таком духе. То есть, мне не нравится прям совсем поп-музыка, которая такая шаблонная, стандартная, да, то есть это ближе все-таки к инди, наверное, какой-то музыке. Вот, возможно, с какими-то там джазовыми элементами немножко, потому что я училась по джазу, и, как это основа, и эта музыка мне нравится, поэтому тоже какие-то элементы оттуда я беру. А вы играете сейчас сколько группах? В пяти, наверное. Пяти? Или шести, может быть. А это я просто не могу понять. Обычно как одной группе, да, как член группы, а у вас как многими разными группами. На самом деле у музыкантов такого нет, что ты играешь только в одной группе и все. То есть, есть какие-то там вот прям большие известные группы, где подписывают контракты с музыкантами, где вот ты играешь только в одной группе и не имеешь права больше нигде участвовать, но такое очень редко происходит. А часто, то есть иногда я там участвую как сессионный музыкант. То есть я не играю постоянно в группе, но там на какие-то концерты, где необходимо мое участие, тогда меня приглашают. И то есть я свободно могу выбирать, где я играю, поэтому, опять же, нет очень большой занятости, так, чтобы я играла там много раз в неделю с какой-то одной группой, поэтому у меня есть возможность там с разными ребятами играть. Буквально там 10-15 лет там женский пол гитарист очень сложно было искать. Именно сейчас, уже есть, но хотя немного, да? А почему вы именно решили выбрать этот инструмент? Да. Я не знаю, как-то в подростковом возрасте мне нравилось, там я смотрела всякие фильмы, слушала музыку, и там попадались мне какие-то там девчонки, которые играли там на гитарах, и я подумала, что это очень интересно, круто выглядит, и захотелось попробовать.
И как-то очень быстро я поняла, что мне это действительно нравится. И учителя, с которыми я занималась, ну, они увидели мою любовь к этому делу, то, что я уделяю много времени этому, и посоветовали мне там, поступать уже и учиться именно по музыке. А мы постоянно у вас попросили, но по технической причине, тихо, медленно работать. Да. А мы сейчас можем попросить с немножко большим звуком, который, ну, ваши любимые как часть музыку играть? Да, но правда, к сожалению, там сегодня, ну, сегодня технически, ну, да, ну, не все возможно. Ну, кусочек там. Хорошо, можно попробовать. Да. Хотим слушать вашу музыку громко. Так достаточно? Спасибо, спасибо. Круто. А вы, ну, как там, когда мы пригласили Олега, у него такой там блюз, такой тяжелый блюз, там, как надо там пару виски и сигарет нужен, да. У вас такой, как прозрачный, чистый, такой, ну, как... Ну, да, то есть мне немного другая музыка нравится, и то есть в целом стиль отличается. То есть, ну, как бы в этом, наверное, интерес того, да, что каждый звучит по-разному, у него какие-то свои особенности. Да, то есть, ну, в целом мне нравится, когда такой... Светлая музыка, скажем. Мягко, приятно звучит, да. Да, то есть, ну, я мало слушаю там тяжелой музыки, как бы могу, конечно, да, там интересно мне, может быть, что-то, но в целом мне больше нравится... приятная такая музыка, более мягкая, спокойная. Вот. А вы какой, ну, мы часто зададим вопрос, описание о себе. Вы есть такой человек? Вы... Ну да, я мягкий человек, наверное, добрый, по крайней мере, стараюсь быть таким человеком. Не могу сказать, что я открытый человек, то есть я скорее интроверт. Мне комфортнее там сочинять музыку, играть это самостоятельно. То есть, ну, конечно же, я там взаимодействую с другими музыкантами, но комфортнее мне что-то придумать, сделать самой, и уже потом дальше развивать с другими ребятами. У меня такое ощущение, там, особенно музыкант, особенно какой-то там, не знаю, музыканты бывают разные, там, актеры или какой-то там художник, с ними можно вечно разговаривать, потому что это как бесконечная тема, сколько вопросов интересных нужно обсуждать. А вы как сидели, ну, с нами, там, как, ну, стороны наблюдателя, как обсуждаем мы, хотя бы были кадры, вам, вы смотрели там какое-то там интервью наше, которое вы играли, при этом мы разговаривали? А какое интервью вам понравилось больше всех из вашего участия? Ну, получается, из тех интервью, где я играла, я пока видела только одно. А, да, с Олегом еще же еще не готова, да. Но, в принципе, то есть, пока я играю, я слушаю, то есть я не отключаюсь полностью. То есть, ну да, бывают там какие-то моменты, где я чуть-чуть там ухожу в себя, может быть, но все равно я продолжаю слушать. А иногда я прям вот полностью в процессе. Вот. Сегодня что тоже интересно.
чувствуя, что вы там, как чувствуя наш разговор, вы иногда поменяли там музыку, тон себя немножко поменяли. Сегодня вы тоже слушали, да? Ну да, я немного стараюсь там подстраиваться под разговор. Ну это тоже, да, интересно взаимодействовать как-то, стараться немного. А вам, ну как самому такое попытка упражнения или, скажем, как интересное, как опыт, как вам, ну как... Во время интервью играть как... Да, да, интересно, необычно. То есть первый раз перед тем, как я к вам шла, то есть я немного переживала, думаю, как, чтобы я не мешала, чтобы это тоже там интересно было как-то. Вот. Но потом, как только мы начали, я поняла, что все нормально, все комфортно, спокойно, и вроде бы я не мешаю никому, и все хорошо. Сейчас особая ситуация. Многие музыканты, наверное, дома. Да. Ну, кто-то пытается через Инстаграм там лайв-стриминг делать, да? Все равно тот массив, тот вибрация, который чувствует живую, люди не могут ощущать. Ну, через Инстаграм сложно. А как вы думаете, у меня есть пару идей, да? Вот что-то пробовать вот, в студийном формате или какой-то там театральном формате, чисто профессиональной. Либо мини-концерт, да, или там интервью плюс концерт, да, вот, насколько украинским народам интересно будет, ну, допустим, плоту там зацепимся, какой там вам музыка нравится, там девушка сказала там сегодня про SM Metallica, да, по этой теме тоже можно говорить долго, там, многие рок-группы, там, Deep Purple тоже делали такую симфонию, там, еще, Scorpions сделали тоже в 2000 году, тоже симфонии. Многие люди там делают коллаборацию, да, вот, фичеринг и так далее. Такие профессиональный разговор еще рановато для обычных людей или, может быть, кому-то интересно будет? Ну, разговор о музыке, потом музыка. Я думаю, людям, которые интересуются музыкой, то есть это не обязательно музыканты, то есть, да, есть люди других профессий, которым интересно это. Я думаю, что... Таких людей достаточно найдется. Я даже видел, что там, как известно, гитар-производитель Fender, да, они прямо в видеоинтервью, три гитариста сидят там, вместе играют что-то там, там джем делают, да, потом играют, потом передают, играют, там, ну, еще да, потом то есть разговор. Люди же смотрят интервью и музыкантов, поэтому, когда можно послушать концерты и еще послушать интервью, это в два раза лучше. А у вас были какой-то там необычный эксперимент музыкальный, с, ну как лично, ну, допустим, не только играть в группе, там пробовать там разными людьми что-то там или там танцорами, не знаю. А, ну да, с танцорами был опыт работы. Так вроде больше ничего не вспомню необычного. Да. Да, сейчас, как скажем. Как вы думаете, как вы, да, вы очень талантливый, даже как Олег похвалил, вы там есть там девушка гений, хочется как-то там, чтобы люди, многие люди узнавали о вас. Таких много, так как вы, много в Украине действительно? Талантливый музыкант, который... Как именно там? Девушек, которые играют на гитаре? Неважно. Девушек-музыкантов? Ну да. Девушек-музыкантов, конечно, очень много. Мало, да? Много, много. Много, да? Очень много пианисток, вокалисток. Ну, то есть, да, гитара, наверное, ну, как бы имеет такую специфику, что больше парни на ней играют, хотя, ну, там, физически никаких особенностей нет, что только вот там парни могут лучше играть. Просто как-то так, не знаю, получилось, сложилось. Вот. Но сейчас много и девушек играют, у меня ученицы есть, то есть девочки приходят учиться играть. Ну, вот. А у вас есть какая-то там цель по музыке? Там, создать свою группу или там, сочинять свою музыку, распространять? Или... Да, да, хочется да, сочинять музыку, чтобы... кто-то ее оценил, ну и в целом, то есть мне хочется заниматься музыкой, чтобы у меня была возможность не отвлекаться на какие-то другие вещи, то есть, ну там финансово, чтобы это все получалось, и, конечно, заниматься творчеством.
Ну да, сейчас ну, нету особо концерта, особо нету физических Ну, движений. сейчас очень тяжелый, да, для музыкантов период. Все сидят дома. Ну, там только то, что можно сделать из дома, это там уроки онлайн. И то не все сейчас там занимаются. А концертов нет. Вот. Что вот так. Олег говорит, что мы часто напомним его, да, как-то там особо нету выход для новых звезд, типа такой, ну, очень закрытая эта рынок, да? Ну, я бы так не сказала. Сейчас наоборот, ну, то есть последние несколько лет появляется очень много новых музыкантов. Просто, ну, конечно, не все о них знают, но в целом, то есть у нас появилось несколько музыкальных лейблов, чего раньше не было. И очень много там независимых каких-то инди-артистов. И сейчас проще писать музыку. Ты, в принципе, сам можешь дома минимально все это сделать, выпустить. То есть сейчас это позволяет Наоборот, все. вы видите, наоборот, Поэтому, больше нет, для появилось меня, шанс. как бы, я не успеваю всех слушать, просто настолько много всех. Ну, то есть, понятно, что там не все, может быть, интересные, но в целом, то есть, я знаю кучу групп, там, молодых ребят, начинающих, которые очень интересные, А вам достойные. сколько лет? 27. 27. Основной потребитель музыки это тинейджер, типа молодежь, правильно? Который тратит деньги, там ходит концерт или больше 20-30. Ну, это, наверное, от музыки зависит просто, Да? смотря какая группа. А вы пишете больше для молодежи или больше там? Ну, нет, скорее, наверное, не совсем. Да? Вряд ли, да, прям. Больше 25, вот для этого возраста. Ну, нет, ну, там после, там, не знаю, 20, там, А, я с понял. чем-то. А Ну, то какие? есть, просто есть музыка, которую слушают прям совсем там школьники, да. Это больше там популярная музыка, там. А сейчас для 20-летней молодежи какая музыка самая популярная в Украине? Сейчас много слушают, конечно, хип-хопа. Это один из таких жанров самых популярных. Ну и поп-музыка. Хип-хоп, хип-хоп. Хотя в Украине известный хип-хоп групп Ну, украинский. Алена сейчас появилась, там Алена Паш, вот. Ну и там более Они на самом не деле не такие хип-хоперы, они известные. традиционные музыканты, закончили, наверное, даже Не, ну школу, университет. Алена это хип-хоп. А вы, в нашем проекте, как мы сейчас пробовали уже там раз 20 интервью, даже больше бы, есть ли какое-то там предложение, ну, как, В чтобы смысле? выглядело лучше, интереснее, в А. вашем взгляде? Ну, мне кажется, я бы делала интервью из одной части. Мне кажется, Коротко, что да? не то чтобы коротко, но вот вы делите на две части. И мне кажется, человек, когда уже вот он досмотрел одно видео, далеко не факт, что он включит второе. То есть, ну, ему уже будет как-то лень, он подумает, что я уже одно посмотрел и как-то так. Я бы сделала, наверное, одну часть, ну, там, допустим, часовую. То есть час как раз самое, оно, по-моему, формат. Да, Вот, возможно. вы даже сами играли, что для нас, допустим, во время съемки полчаса это ни о чем. Ну, как бы очень быстро летит. Вроде начали, чуть-чуть тронули определенную тему, уже время там 25-30 минут. А при этом их делать в два раза меньше, компоновать в одном видео, конечно, это сложно. А при этом я знаю, я могу согласиться, что людям особо сидеть ровно час и слушать вряд Не, ли. ну вот Это час еще, наверное, человек может как раз уделить время, ну там больше, наверное, уже не факт. Ну, надо думать, надо думать. По музыке, ну, допустим, у нас в будущем могут быть певец, может быть, другие музыканты. Что можем пробовать с вами? Ну, как? Но если будет какой-то вокалист, то мы можем вместе что-то исполнить. Исполнять, да? Хотел спросить, вопрос ко мне есть? Ну, интересно, конечно, да, почему вы решили этим заниматься и так серьезно, целенаправленно. То есть кто-то стал для вас примером, ну, вам нравятся чьи-то интервью, и вы решили тоже так заниматься этим. У меня примера такого нету. Как раз у меня
хотеть делать что-то свое. Ну, я слушаю там разных интервью, но я видел, что, ну, как большим вдохновлением именно благодаря формату интервью не было ни одного. Либо слишком скучно, либо слишком в легком формате. Чувства, коммерческие чувства, да, вот мне это как не очень понравилось. Поэтому что-то хотелось попробовать новое, да, белый, как студии, только как без фон, без кабинет, mm-hmm. без забот или там без там пафоса. А гости и я. Mm-hmm. Я и гость. Его показывает, как он есть. Музыка, да, это немножко как изюминка, дает определенный как свежий взгляд, да. А художник, да, это отражение нашего разговора. Ну да, я вижу, есть как потенциал расти, но мы, я тоже изучаю, как mm-hmm. обсуждаю, но пока тот формат мы еле-еле там фиксировали определенное качество по звуку, по свету или там по монтажу. А через сколько пару времени мы можем что-то пробовать mm-hmm. новое. Ну, просто как раз эта форма скучная, но люди разные. Вот даже в этом студии можно делать такое интервью необычное, интересное, с помощью музыки там, или mm-hmm. песни, или там кто-то там и так далее. Просто думаю, как можно правильно. А еще я хотела спросить, как вы выбираете, для какого гостя использовать для фона музыку, а для какого, ну, чтобы художник рисовал это? А больше очень интуитивно. Mm-hmm. Сегодня у нас были там активистка mm-hmm. по минимизации мусора и второй спортсменка, который ныряет, дайвер, да. Музыка. Если мы говорим о определенной гости с месседжем, философией, это легко отражать на картине. Ну, есть и свой как подход к жизни, или философия, или там миссия. А музыка больше человек личной яркости, либо эмоциональной, вот интересной, такой более живой. Вот я так mm-hmm. немножко классифицирую. Ну да, человек, mm-hmm. допустим, есть идея, там, движение, там, свой подход, да, это как... Музыка это больше, как вот сейчас вот та отражение эмоций через музыку очень хорошо. Там тэквондо, который Вика, который выиграли, mm-hmm. она делала новый рекорд mm-hmm. по смотру, по времени. Она была очень яркая, интересная. Mm-hmm. Допустим, для нее, мне кажется, больше подходит музыка, чем картина. Mm-hmm. Ну да, я поняла. Ну, спасибо. Сегодня немножко там проблема, ну, как были с техниками. Надеюсь, мы в следующий раз mm-hmm. еще будем да, слушать вашу интересную музыку. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо.